Именно так уже 19 лет подряд сотрясаются стены городского культурного центра. За эти годы «Победа» стала настоящей колыбелью альтернативной музыки и хакасского рока. Когда-то небольшой междусобойчик сегодня перерос в событие межрегионального масштаба. На предюбилейном рок-утреннике заявлено 19 команд. Основной костяк – абаканские рокеры. Ждут гостей из Минусинска, Саяногорска, Шушенского и Курагина. Фестиваль очень живой, и здесь нет фонограммы. Здесь все очень серьезно. Собраны лучшие силы города Абакана на все это дело. Мы уже начали работать над фестивалем с 4 января. Очень много будет, скажем так, людей, групп, которые вообще первый раз принимают участие в этом фестивале. Порадуют своих поклонников и мастодонты местного рока. Артель, Ревайвал, Обратный отчет, а также Харя Дави. Последней группе 10 лет, в составе лишь один профессиональный музыкант. Для остальных рок-музыка, пускай не дело, но образ жизни точно. Мы, естественно, ждем этого мероприятия, ну, потому что это такая традиция, которая уже сложилась в течение долгих лет. Ну, как бы, в принципе, конечно, если нас не возьмут на рок-утренник, мы это переживем, но каждый год надеемся, что все-таки нас позовут. Ну, вообще, я думаю, для абаканских музыкантов это все-таки, прежде всего, традиция пообщаться с, так скажем, с собратьями по цеху и там увидеть знакомых, которых давно не видел. Пообщаться времени хватит. Фестиваль будет идти 2 дня и станет своеобразной подготовкой к юбилейному 20-му рок-утреннику. Организаторы уже сегодня готовят немало сюрпризов. Есть идея пригласить на сцену Победы и хедлайнеров из Москвы. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.